дом уже уснул, когда парадная дверь застонала под кулаками. Это еще что? Репнин нащупал босыми ногами ночные туфли, встал. Ему показалось, что в оконных шторах вспыхнул и погас белый рубец. Точно на улице включили и выключили фары автомобиля. Егоровна! Егоровна! Слышу! Слышу! Отпирай. Так прямо не спросивши, кто там, что? Да открой ты, старая. Не торопись, батюшка. Помирать в потемках страсть неохота. Дай свечу, я отопру. На свету помирают праведники, а нам с тобой потемки уготованы. Помолчи. Ну чего уж молчать-то? На немых да слепых воду возят. Илья Алексеевич! Илья Алексеевич! Гражданин Репнин Николай Алексеевич. Чем обязан, господа? Именем революции на сборы 5 минут. Господи, да что ж так-то без вины? Помолчи уж. За 5 не управлюсь. Что так нещедро? Поторопитесь. Благодарю за доброту. Разрешите переодеться? Я буду рядом. Господи, среди ночи. Илья Алексеевич! Тише, Егоровна, тише. Не разбуди Илью. А их все одно, буди, не буди, они спят и не спят. Папа, папа! Алёнушка, ты куда? Цыц. Папа, я слышала твой голос. Папа, что случилось? Ничего, ничего не случилось, барышня. Я не вас спрашиваю. Елена, Елена. Моряки стояли в дверях, держа перед собой винтовки. В гостиную вошел Илья Алексеевич. Едва вошел, раскланялся и долго не мог управиться с пуговицами жилета. Толстые пальцы плохо сгибались. Сел за стол, положил перед собой руки. Кто вон этот? Я так думаю, брат. Я пойду покурю. Курите здесь, здесь курите. Ну, будет, 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 Егоровна, будет. Ну, брат, прощай. Сынок, а куда ты все-таки поведешь нашего хозяина? Папа, папа, и я с тобой. Алло. Ты куда, куда ты, дочка? А ты думал, я отпущу тебя одного? А что, разве я не внушаю доверия? Умоляю вас. Прошу. Они проехали мост, плоские штыки матросов тускло поблескивали. Репнин думал, да не на шпалерну ли они меня везут? Туда в эти дни свозили всех званных и незваных. Они достигли Леонтьевской, и справа в пролете распахнутых ворот обозначился фасад Смольного. Ну, вот мы и пришли. Садитесь. Благодарим. Как видите, комната самая мирная. Пришли-то мы пришли, только надо было без винтовки. Если можно без винтовки, надо без винтовки. Революция, мил человек, насилие, а там, где насилие, там и оружие. Недоволен кронштадтец? Да вот критика снизу. Привели Репниных по всей форме, а кронштадтец ропщит, говорит, можно без оружия, как вы, товарищ Белодет. Знаешь, отец, кашу маслом не испортишь. А что есть каша, что есть масло? Я так думаю, что оружие революции не зря дано. А вы могли бы убить человека? А зачем же убивать, если нет необходимости? А если бы была бы необходимость? Ну, убил бы, хотя было бы нелегко. Вы сказали это так, как будто все это у вас было. Был случай, убил человека. Но вы даже не спросили, что это был за человек. А это как раз не важно. Достаточно, что он был человек. Елена, Елена, что ты?
У вас ложное понимание гуманного. Значит, недаром я тащил пушку. Недаром. А у меня сомнения. Да ежели надо, я за этой барышней поволоку и гаубицу. Да ведь товарищ Ленин увидит. Конфуз. Я тоже так думаю. Конфуз. Николай Алексеевич, товарищ Ленин вас просит. Простите. Простите, вы сказали Ленин? Да. Товарищ Ленин. Репнин Николай Алексеевич. Чем могу служить? Здравствуйте. Прошу. Скажите, а тот Репнин, что был в году 12-м российским консулом где-то в Сербии или Черногории, ваш отец? Нет, брат. Очевидно, старше. Да. Значит, он в Белграде, вы в Лондоне. Да, в Лондоне почти 5 лет. Вот оно что. Не скрою, что адресуюсь к вам сейчас по рекомендации Чичерина. Разумеется, не профессора и городского головы, а его племянника Георгия Васильевича. Чичерин? Я бывал в их родовом поместье на Тамбовщине. Значит, вы знали Георгия Васильевича еще по Тамбову? Не только. Позже мы встречались в Лондоне и не раз. А позже когда именно? Когда он уже был политическим изгнанником, а я секретарем посольства. Секретарем посольства. Погодите-ка, да не на Чешем ли это плейс? Вы знаете Лондон? Немного познавал, когда был, как вы выразились, политическим изгнанником. Прошу садиться. Благодарю. Однажды Георгий Васильевич пригласил меня посетить его в мансарде на Оклес-Куэр. Как вы сами понимаете, такого рода визиты не могли поощряться в посольстве, но отказать было бы непорядочно. Вы пошли? Не потому, что разделял его политические воззрения, а просто так, в знак старого комбатанства. Вы были 3-го дня на собрании в иностранном ведомстве, когда туда явились наши комиссары? Был. И вы, конечно, знаете, как мы поставили вопрос. Да, знаю. Всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных. Именно так был поставлен вопрос? Да, так. И вы вместе со всеми сказали нам нет? Разумеется. А мог бы я вас спросить, Николай Алексеевич, почему? Веры нет. Ну что ж, и на том спасибо. Да? А вам ведомо, что каждое утро на питерских улицах подбирают умерших? Голод. Совершенно категорически. Со всей суровостью. Вы очень богатый человек. Вы получили от могущественных предков нефтяные земли? Немного земли, отнюдь не нефтяной. Тогда что же вы защищаете, когда говорите нам нет? Какую истину? Всегда, сколько помню себя, всегда, отказывая во многом, разрешал одно – говорить правду. Я прошу вас об этом. Самую жестокую и злую. Правда всегда зла. Я отнюдь не считал тот порядок жизни совершенным, но он был устроен людьми, которых я уважаю. И я не могу признать нынешний порядок более справедливым только потому, что он утвержден силой. Сила не всегда синоним несправедливости. Да, но вы принудили, вы... Принуждение, к которому обратились мы, благо. Оно служит интересам большинства. Но вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды. Всей правды? Что же это за правда? Вы не дадите народу ни земли, ни мира. Мы даем ему и землю, и мир. Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, что это отступничество? Ну что ж. Перейдем к причине, по которой состоялась наша сегодняшняя встреча. Мы предполагаем придать гласности тайные международные договоры. Пусть народ знает, за что погибали его отцы и сыновья.
придать гласности. Нам необходим совет и помощь человека, знакомого с правовыми нормами, знающего тексты. Не смогли бы вы помочь нам в этом деле? Простите. Может быть, вы меня принимаете за кого-нибудь иного? Я Николай Репнин, вице-директор 2-го департамента Российского министерства иностранных дел. Вы не ошиблись? А может, и в самом деле ошибся. Но тогда ваш уход из лондонского посольства и объяснение с послом Бенкендорфом и все, что потом получило в газетах название «Репнинской истории», разве не было вызовом официальной России и, значит, протестом против войны? Не была ненавистна эта война. Кроме неслыханного позора, она ничего не дала России. Так почему же вы не решаетесь помочь нам придать гласности тайные договоры? Простите. Да. Одну минуту. Вы пришли сюда не один. Я пришел сюда с дочерью. Оказывается, вашу дочь уже отправили домой в автомобиле. Благодарю. Так. Я бы хотел поговорить с Белодедом. Ну так как же, Николай Алексеевич, не поможете нам придать гласности тайные договоры? Дипломатия и тайна – близнецы. Открывать карты – значит проиграть. Поэтому я снова говорю – нет. Мы бы хотели, чтобы вы сказали «да». Всего хорошего. Я вас слушаю, Владимир Ильич. Вы меня удивили сегодня, Петр Дорофеевич. Простите, чем? Вместо того, чтобы взгреть вашего товарища за самоуправство, за произвол, вы, оказывается, принимаете его сторону. Какого товарища? Чью сторону, Владимир Ильич? Петр Дорофеевич, вы не так наивны, как хотите казаться. Извольте-ка нести ответственность по всей строгости. Я приглашаю Репнина для дружеского разговора. А его приводят ночью под ружьем. Простому матросу Кронштадцу ясно, что это произвол, а вам, видите ли, не ясно. Да ей-богу, большого греха мы не совершили, Владимир Ильич. То ж Репнин. А он вам известен, этот Репнин? Известен. Бывший. У него и фамилия-то какая-то бывшая. Чужак он и есть чужак. Репнин – дипломат с опытом и знаниями. Частный человек. Кстати, я бы хотел, чтобы вы с ним, насколько возможно, познакомились. Вам, будущему дипломату, это было бы чрезвычайно полезно. Петр Дорофеевич, голубчик, поймите, нам нужны люди, знающие и в науке, и в военном деле, и в дипломатии. Собрать их воедино. В этом призвание революционера. Вот извольте-ка завтра же идти к Репнину и просить у него прощения. Владимир Ильич. Завтра же. Репнин покинул Смольный, когда туманное утро уже пробивалось к Петрограду. Нелегкие думы обступили Николая Алексеевича. Они были медленны, точно Невская вода, что видна была с Троицкого моста в расселинах льда, и, пожалуй, черны тоже, как она. Домой Репнин вернулся в 9:00. Ему открыла Егоровна. Она кинулась на грудь ему и принялась реветь в голос. Наверное, так солдатки встречали мужей, вернувшихся с войны живыми. Дома, дома. Дома, дома. Ну, будет, будет, старая. Белого света постыдись. Как Илья? Глаз не сомкнул. Да вон он сам. Ну, иди, иди, иди.
Не у смоляных ли складов был? У смоляных. И видел самого? Видел. И вернулся? Хм. Как видишь. Это что же, аудиенция? В некотором роде, да. Прости, брат, но какова же цель этой аудиенции? Представляешь, Илья, все дело в тайне железных комнат. Погоди, погоди. Не хотят ли они раскрыть железные комнаты? Именно. Раскрыть и вынести на свет Божий тайнопись дипломатии российской. И твое, так сказать, призвание помочь проникнуть в тексты? Можно назвать это и так. Хоть капелька разума у тебя осталась в голове, ведь они тебя хотят, как нитку вокруг пальца. Так вот, так, так, так. Успокойся, успокойся. Что ты? Что ты? Вот, выпей холодный квасок. На, выпей. Ну, теперь можешь говорить. Ты слыхал когда-нибудь, что сделал твой прадед Пармен Репнин, когда его младший сын вернулся в Россию с женой-полячкой? Нет, он их псами не затравил. Он был человеком просвещенным и казнил гуманно, проклял и выгнал в бело поле. Сурово, но ведь за измену не милую. Измену? А ты как думал? А знаешь ли ты, что тройственное соглашение между союзными державами писано вот этой рукой? Коли я это делал, то я, наверное, думал о благе России не меньше твоего. Илья, ты с ума сошел? Нет, нет. Ты посиди, а я скажу все, что хочу сказать. Вчера я прочел «Стокгольмский листок» от третьего дня. Большевики разослали по нашим посольствам и миссиям депеши, предлагая всем, кто на это польстится, почет и тысячные оклады. 30 телеграмм. 30! И ни одного согласия. Мы-то знаем, что между посольскими есть разные люди, и хорошие, и дурные, но даже самый последний человечишка, о котором наслышано, не человек, собака. Понимаешь, собака! Даже и он отверг. А ты будешь первым, как тот евангельский отступник, которому во след сыпались каменья, на тебя будет обращен указующий перст. Вот он, Репнин, что за 30 поганых сребреников! Ты что хочешь, чтобы я на тебя, как на Каина, пошел? Ты этого ждешь, а? Ну, что же ты молчишь? Или сказать нечего? Ну, говори же, говори прямо. Ты согласился? Нет. Вечером пришел пакет с вензелями и львами. Не без трепета Репнин вскрыл его. Советник британского посольства Арчибальд Скотт имеет честь пригласить господина Николая Репнина. Белый картон билета матово поблескивал. Золотая кайма, которой был обрамлен срез, казалась безупречной.
Билет точно гласил: Арчибальд Скотт тут ни при чем, как и самый прием, который он затеял. Главное не в этом. А я вам говорю, что весной большевиков не станет. Ну, кто их будет кормить? Вот Андре считает, что мужик затаился. Господа, Загряжские уже получили разрешение на выезд. I would not dare to name the date, but surely the spint will show itself. Один момент. Репнин был у Ленина. Говорят, и его отпустили. Отпустим ли мы его? Святой отец, Репнин был у Ленина. Я знаю. А présent, il faut surveiller chaque pas. Понимаю. Esperons que tout sera bien, mon ami. Понимаю, понимаю. Рад вас видеть, мистер Скотт. Мой друг, только сегодня говорили с послом Великобритании. Сэру Бьюкенену не здоровится, но он очень хотел бы видеть вас. Буду рад встретиться с сэром Бьюкененом. Он выйдет неофициально, попозже. Хорошо. А это чита Жиль. Он бельгиец, строит локомотивы, а она русская, преподает язык. Кажется, в одном из иностранных ведомств. Вы не знакомы? Нет. Месье Жиль, позвольте вам представить моего друга Репнина. Вице-директор департамента Николай Репнин. Очень приятно. Мне также. Николай Алексеевич, я не ошибаюсь? Нет. Настенька, Николай Алексеевич Репнин. Добрый вечер. Весьма рад. Я надеюсь, Настенька, Николай Алексеевич, будете приятен, а я вас покидаю. Я тебе не велю играть. Ну что ты? Мне в карты везет. Ну смотри, пеняй на себя. Вас пригласил советник Арчибальд Скотт. Приглашен муж, он бельгиец. Значит, бельгийское подданство и католическая вера. После брака с Шарлем. А вот и мой свекор, Бекас. Это имя? Разумеется, прозвище. Что за аллегория? Болотная птица с длинным клювом. Старается быть более русским, чем сами русские. Имя свое Андре Жиль переделал на русский манер. Андрей Андреевич. А вот и мой духовник. Каноник Руткевич, настоятель храма святой Екатерины. В действительности его положение намного выше. В известном смысле папской нунции в Петрограде. Je suis heureux, je suis tellement heureux. Мы незнакомые, но присутствие моей крестницы, надеюсь, дает мне право. Николай Алексеевич, помогите советом. Нужно ли Анастасии Сергеевне оставаться на Дворцовой? Я только обучаю их французскому. Ну так ли необходим французский язык, матрос? Но это же будущие дипкурьеры. Просвещение потребно каждому, кто тянется к нему. Во имя какой цели? Пойдемте, отец Иосиф. Туле матле сантам родеву. Все, что было в этом доме изысканного и богатого, зеркала, резное дерево, фарфор и мрамор, сопровождало Арчибальда Скотта и Репнина в этой торжественной дороге. По мере приближения к посольскому кабинету все стремительно увеличивалось в размерах, становясь монументальным и впечатляющим. Скотт представил Репнина Бьюкенену и удалился. Репнин опустился в кресло и взглянул на посла. Что-то было в худых плечах, вздернутом носе, глазах, которые решительно отказывались смотреть туда, куда устремлялось лицо, жестоко смятенные. —
Имею честь, господин Репнин. Репнин. Да-да, Репнин. По-моему, я знал одного Репнина в Лондоне еще в том веке, а другого в Софии в этом. Все верно. Один мой отец, другой брат. Завидное постоянство приверженности к дипломатии. Я должен оставить вас. Хозяину надлежит быть среди гостей. Пожалуйста. Приходилось ли вам ловить себя на мысли, как не тяжела ваша служба за границей? Нет страны, которую вы покидали бы без труда. Всегда немножко больно. Совершенно справедливо. Вы говорите справедливо, а сами думаете, каким образом этот старый дипломат сэр Джордж перебросит мостик к тому вопросу, ради которого меня пригласили. Прямо, мой друг, прямо. Через 2 недели я буду в Лондоне. Там я увижу сэра Эдуарда Грея. Я знаю вашу жизненную позицию. Я осведомлен о всех метаморфозах, которые возможны. Простите. Не возражаете. Я сказал, возможно, а не наметились. Тем больше интерес представляет для меня беседа с вами. Если хотите, ваше мнение. Прошу. Но я не хочу воздействовать на вас. Предположим, я это лорд Грей, создатель блока держав тройственного согласия Британии, Франции и России. А вы это я. Ну, предположим. И вот сэр Эдуард Грей задает вам вопрос. То есть, простите, не вам, а мне. Но вы готовы ответить, оставаясь самим собой? Ну, несмотря на очевидную разницу в темпераментах, я готов, сэр Джордж. Простите? Да. Сэр Грей. Да-да-да. Полагаете ли вы, что русский отправляется в Брест сепаратно договориться с немцами, даже ценой жертв? Ну, я не знаю позиции немцев, и потому не могу предполагать. Но для меня ясно одно. Если условия в какой-то мере будут приемлемыми, у меня нет сомнений. Русские выйдут из войны. Благодарю вас. Еще вопрос, так сказать, в лоб. Как, по-вашему, большевики относятся к державам согласия? Мне кажется, им нет смысла портить отношения с союзниками. Старое дипломатическое правило гласит, хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов. Благодарю. Еще вопрос разрешите? Прошу. Какая форма отношений между нашими странами могла бы устроить новое правительство, если бы признание... Ах, если бы признание было исключено? Ну, если не исключено, то отсрочено. Угу. А как относятся англичане к просьбе нового русского правительства о назначении своего представителя в Лондоне? Однако мы условились, что вопросы задавать буду я. Как сэр Грей. А этот вопрос задал я. Как Репнин. Стреляю. Слышите? Вот так проснешься и не спишь до утра. Стреляют и поют. Поют и стреляют. Это можно понять как ответ? А ваш вопрос? Как результат внутреннего согласия работать с новым правительством? Нет. А как же? Как беспокойство русского дипломата о судьбах его соотечественников за границей, оставшихся без консульской защиты. Ага. Значит, красный представитель в Лондоне. Ну что ж, может быть, это и есть форма наших отношений. Да, кстати, а кто бы это мог быть? Литвинов. А как это совместить с прежним послом Набоковым? Литвинов и Набоков. Красный, так сказать, белый. Не поставим ли мы в ложное положение и того, и другого? Но, кстати, вы же правовик.
Как там в истории международного права? Были прецеденты? Были. Ну, вам видней. Боюсь, что этот год сильно увеличит количество дипломатических прецедентов. Вы полагаете? Почему? Ну, хотя бы потому, что скоро британский посол отступит на второй план. И его место займет дипломатический представитель. Ах, вот как? И вам известно его имя? О, да, конечно. Естественно. Мистер Локкарт. Локкарт? Локкарт. Мы ждем его со дня на день. Герцен непростительно ошибался, когда говорил, что Англия плохая помощница революции. Наше вмешательство в дела русской революции необходимо. Леди и джентльмены, прошу к столу. Гости устремились к дверям банкетного зала. Анастасия Сергеевна задержалась, подошла к роялю. Она была дипломатической. Как понять, дипломатической? Ну, каждый из нас сказал ровно столько, сколько хотел сказать, но при этом делал вид, что сказал больше, чем хотел бы. На улице метель. Да. Вы любите в метель вдоль Невы? Да. Пойдемте. Пойдемте. Не было еще и 9, а машина уже стояла у подъезда дома Репнина. Что это могло значить? Сегодня Репнин мог добраться до Смольного без провожатых. Очевидно, это жест, но какой? Жест простого внимания к Репнину? Не рано ли? Я еще раз пригласил вас, Николай Алексеевич, и вот с какой целью. Мне необходим ваш совет. Вы знаете, что революционное правительство России приказала русским войскам, находящимся за рубежом, вернуться на родину. Да, мне известен этот приказ. На приказ откликнулись наши армии, те, что были на Балканах, и в полном порядке двинулись домой на родину. Но вот, приказом румынского маршала Авереску войска окружены посреди снежной степи. Тысячи русских людей. Вот, почитайте-ка их депешу. И что вы полагаете делать? Я бы хотел знать ваше мнение. Ну, очевидно, обратиться к русскому посланнику в Бухаресте. К Поклевскому? К человеку, который в Бухаресте представлял интересы Англии больше, чем России?
Нет. Тогда какой же выход из положения? Мы ответили мерой чрезвычайной. Арестовали румынского посланника и заключили его в Петропавловскую крепость. Разумеется, вы это считаете произволом. Да, считаю. Простите, почему? Посол как бы замещает в стране своего пребывания того, кто его сюда направил. Короче говоря, монарха или президент. Еще Марк Тулий, имея в виду посла, говорит, что посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность, и это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться. Арест посла в любых случаях исключен, даже в случае войны. Николай Алексеевич, вы сказали, посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность, и это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться. Да, совершенно верно, обязанность правительства. Нет, заметьте, при котором он имеет честь находиться. Именно честь находиться. Теперь разрешите спросить вас. Вы помните, как реагировала официальная Европа, когда перестало существовать правительство монархической России и к власти пришел Милюков? Вы помните, что за 2 дня, я подчеркиваю, 2, на Дворцовой 6 побывали послы всей Европы. Да только ли Европы, чтобы сообщить о признании нового правительства? Ну, разумеется, я это видел. Очевидно, поступая так, они заботились и о возобновлении своих прав. В частности, права экстерриториальности, не так ли? Возможно, и так. Теперь перенесемся в наше время. С момента создания правительства Советов прошло уже почти 2 месяца. Однако послы вдруг убоялись иностранного ведомства, как черт ладана. Не следует ли понимать этот факт так, что правительства стран, включая и королевское правительство Румынии, не признают революционной России? Это очевидно. А если очевидно, то не значит ли все это, что румынское правительство желает сохранить свободу рук? На манер той, которую обнаружило это правительство, интернировав 1000 русских людей. Не полагаете ли вы, что нормальные дипломатические отношения между государствами не предполагают такого акта? Разумеется. А если таких отношений нет, если правительство румынского короля добровольно отказалось от этих отношений, то посол со всеми его правами становится простым смертным, превращается в частное лицо, и мы вправе поступить с ним, как сочтем нужным. Тем более, что пример нам подало, так сказать, само королевское правительство Румынии. Ну, как вы находите эти доводы с точки зрения Марка Тулия? Простите, какая просьба будет ко мне? Быть рядом, когда я изложу эти доводы дипломатам, и защищать тех русских. Николай Алексеевич, дипломаты будут у меня послезавтра в 11 часов. Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горничная, молодая финка, рослая и крепкоплечья, с большими розовыми руками, которые она будто только что вынула из воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказала, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к обеду. «Вы могли бы подождать», — добавила горничная, тем доброжелательно участливым тоном, который больше самих слов свидетельствовал для Репнина, что горничная безошибочно восприняла тон и интонацию, какие были приняты по отношению к нему в доме Анастасии Сергеевны. Вечернее солнце лежало на скатерти совсем дачной. Стояли венские стулья из того века. Над столом висела нарядная керосиновая лампа под абажуром. Со стены глядела любительская фотография. Репнин смотрелся. Анастасия Сергеевна, совсем девочка,
идет степной дорогой, юбка облепила ноги, ветер встречный, а позади подстал на два шага, едва поспевая за ней идет человек в полотняной рубахе толстовки и фуражке путейца. В руках у него палка, глаза едва видны за стекол очков, выражение глаз ликующе восторженное. Отец, очевидно, он. Кто-то подсмотрел счастливый миг в их жизни. Вы давно перебрались сюда? Как уехал господин Жиль. Садитесь, пожалуйста. Благодарю. Вам не нравится здесь? Это родительский дом Анастасии Сергеевны. Она жила здесь до замужества. Угу. Разрешите мне вас оставить одного? Да, пожалуйста. А ты все Вот Анастасия Сергеевна. Господи, почему же так покорно? И как долго вы здесь? К счастью, недолго. Вот что, Коля, располагайтесь. И займите гостя, а я управлюсь на кухне. Je vous en prie, mon cher. Je vous en prie, mon cher. Вы уж накормите меня, а там, не знаю, может, займу гостя, а может, не займу. Ну тогда, Коля, идите на ту половину, я сейчас приду. Слушаюсь, Машенька. Ой, вот о кузин, дитя, s'il vous plaît. Мой ученик Николай Маркин. Погодите, погодите, это какой же Маркин, с которым вы занимаетесь французским? Он самый. Это что? Тот самый знаменитый шифровальщик из Кронштадта, что открыл тайнопись секретных договоров России? Вы только не отрицайте. Он? По-моему, он. Который явился к дипломатам и крикнул: «Ключи на стол это». Он? И это на него похоже. Вы к нам из дома? Нет, я был дома. То есть я был дома после полудня. Вы, вероятно, голодны? Да. Я сейчас. Сейчас. Ну как, Коля, подкрепились? Все в порядке. Си ву вуле. Ну, что делать будем? Я говорю, что делать будем? В Питере говорят, хлеба не крошки. Курите? Нет, благодарю, я вот привык к этим. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста. Вы что ж полагаете, что на смену старым дипломатам придут дипломаты новые? Дипломат не пирог. Его не испечешь ни за час, ни за два. Почему новые? Нам могут помочь и старые. В тот раз на призыв комиссаров в министерство покинули все дипломаты.
Да, в тот день они были один за всех и все за одного. Но ведь комиссары были правы. Помните, всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных. Помните? Все было непросто. Я понимаю, но комиссары были правы. Ну, возможно, и правы. По-своему. Дипломаты решили блокировать революцию. Решили объявить блокаду, так? Ну, можно назвать это и блокадой. Значит, все двери на засов. А я так думаю, что Россию блокировать нельзя. Как нельзя блокировать небо. Скажите, пожалуйста, а вы были на Дворцовой, когда туда пришли комиссары? Да, я был. А не думаете ли вы, что в иных условиях дипломаты не отвергли бы предложение комиссаров так единодушно? Простите, я вас не понимаю. Если бы комиссары с каждым из дипломатов говорили в отдельности, вряд ли бы все из них ответили «нет». Ошибка. Как говорит Анастасия Сергеевна, вуаля нотро фот. Ошибка. Ну, по форме ошибка. Возможно, вы и правы. Как понять, возможно, что, к примеру, ответили бы вы, если бы с вами говорили, ну, с глазу на глаз, как сейчас? Все непросто. Да, непросто. Вы уже ответили «нет». Простите, вы из крестьян? Да, как есть мужик пензенский. Из села Русский Сыромяс. А грамоте где обучались? Все в том же русском. Окончил двухклассную церковно-приходскую школу. На этом все и кончилось. Ни о чем не жалею, как об этом. Надо быть грамотным. Что значит два класса? Да, два класса. Но потом... Учились всю жизнь. Да, учителем была революция, она обучила и жизни, и грамоте. Ага. И на Дворцовую к дипломатам послала революция. Да, революция товарищ Ленин послал. А вам известно, что старший брат Ульянова был казнен? Да, я знал это. И вы полагаете, что не только в заповеди христианской, но и в революции нет молитвы об отмщении? В революции должна быть молитва за отмщение. Молитва о мести. Не месть, а возмездие. Не кровь, а память, которая ничего не хочет прощать. Путь был долгим и нелегким. И у каждого были жертвы. Жертвы? Вы были когда-нибудь во Владикавказе? Был однажды. Александровский проспект, помните? Помню. На этом проспекте казаки зарубили моего отца. Ну, как чувствуют себя мои гости? Коля, что случилось? Мне пора идти, Анастасия Сергеевна. Почему? Подождите, пообедаем вместе. Извините, я спешу. Время все вышло. У моей силы две руки. Моя ненависть и моя вера. Наша сила в будущем. А это немало. Немало. Вот я и говорю, много. Не знаю, поймете ли вы это. Он взволнован. На это есть причины? Анастасия Сергеевна, я все давно собирался вас спросить. Вот
эти люди, они чем-то завоевали ваши симпатии? Да, конечно. Они не умеют или не хотят притворяться. Главное, не отдать себя во власть предрассудков, не наложить цепи во всем. Никто не умеет это сделать лучше, чем сам человек. Месье Жиль уехал? Да. Надолго? Да. Тогда в посольстве у Бьюкена вы уже знали об этом? Да. И вы последуете за ним? А почему бы и нет? Потому что я не знаю, как буду жить без вас. Я начну кричать. Никого мне не нужно, кроме вас. Пусть все восстанут и ополчатся. Пусть все пойдут на меня войной. Отобью. Отобью у всех демонов. Господи, как же тревожно. Она ожесточает, эта тревога. Ожесточает и родит решимость. Поймите, я свободная женщина. Я вольна решать. Вы остаетесь? Я свободна. Я вольна решать. Вы остаетесь? Утром, еще не открыв глаз, Рыпнин ощутил запах свежеиспеченного пирога. На память пришло что-то очень далекое, затянутое голубоватой дымкой детства. Зеленый дворик в Москве, веранда, затененная купами мохнатых лип, стол, накрытый ярко-белой скатертью, пахнущей свежестью, и прямоугольное фарфоровое блюдо с кулебякой. Тогда пирог подавался в знак семейных радостей. Он был символом милых и добрых примет, которым радовалась семья. Вот сегодня пирог примирения. Братья заняли свои места за столом. Илья в одном конце, Николай в другом. Илья явился в темном костюме, графленном синей ниткой. Как надо было понимать это? Может, так он, Илья, явился сюда, разумеется, не из-за кулебяки, будь она даже кулебякой примирения. Он просто не хочет разрушать семейное торжество. Но Илья был обескуражен, когда увидел, что брат одет не менее строго. Темный костюм? Что это могло значить? Братья сидели в разных концах стола, торжественные и молчаливые, и чудесный пирог, испеченный добрыми руками Егоровны, пирог примирения, нетронутым стоял посреди стола. Эка вы мои святые, Никола угодник, Илья пророк. Нет у меня с вами сладу. Доброе утро, Егоровна. Доброе утро. Доброе утро, Егоровна. Доброе утро.
Простите, я опоздала. Доброе утро. Доброе утро, дочка. Доброе утро. Здравствуйте, Аленушка. Седина ума не прибавила. Представители воюющих государств в минуту вынужденной встречи. А где ваш такт дипломатический? Кого мне призвать, чтоб совладать-то с вами? А в самом деле, куда это вы так официально оделись? Спроси у отца. Куда собрался, брат? В царское, на прием к государю? Или, может быть, к смоляным складам? К смоляным. Не на встречу ли дипломатов с Ульяновым? Разумеется. Аленушка, Аленушка. Иду. Иду. Донесли сподвижники с дворцовой. Донесли. Мечтаешь о карьере красного посла? Так попомни брата. Ты им никогда не будешь. Твое дело подавать советы. Вечно подавать советы. По-моему, это не так уж плохо. 200 лет стоит Петропавловка. Железным камнем обложен Алексеевский равелин. Но дипломатов туда до сих пор не сажали. Ты помнишь историю с Андреем Матвеевым в Лондоне? С ним что-то приключилось за день до вручения отзывных грамот. Коли забыл, так я напомню. Российского посла Матвеева в Лондоне водворили в долговую тюрьму. Козни недругов России. Посол пробыл за решеткой один миг, стремительный и летучий, но достоинство посла, Петрова посла. Королева Анна направила послу гонца. Да не просто гонца, а стас-секретаря. Ее величество сожалеет. Королева отдала приказ наказать виновных немилосердно. Посол не пожелал видеть королеву. Не вручил отзывных грамот и выехал из Англии. Ты думаешь, королева сочла себя оскорбленной? Ничуть не бывало. Анна клала земные поклоны Петру. Сожалею о случившемся, три шкуры сниму с виноватых. Да в поклонах ли дел? Был издан указ по королевству о неприкосновенности дипломатов. Именно тогда был издан тот указ. А Петр назначил Матвеева послом при римском дворе. И этим всем дал ясно понять, и прежде всего англичан, что каждый удар недругов России по Петрову послу возвышает его только в глазах государя. Но ведь Матвеев был послом, а Диаманди... И Диаманди тоже посол. Или, вернее, посланник, но в данном случае это не важно. Нет, нет, он не посланник. По крайней мере, для Ленина и его правительства. Это по какой же такой причине? Не совершен акт признания, а вслед за ним и акт аккредитации, без которого посланник – частное лицо. Прости меня, брат, но когда ты не прав, ты стараешься увлечь меня в темный лес юриспруденции. В лесу есть убитые, и нет убийц. Для меня этот лес не светлей, чем для тебя. Постой! Я выслушал тебя, выслушай и ты. Патрокол, а это уже на тебя не похоже. Ты же сам говорил, даже виноватого нельзя лишать права защиты. Слушаю тебя, брат. Я хочу спросить тебя, как бы поступил ты, русский человек и русский дипломат? Мой ответ и известен. Но ведь речь идет о судьбе тысяч русских людей. Ты только пойми, тысяч. Я бы вступил в переговоры. С кем?
С королевским правительством Румынии. Через кого? Разумеется, через русского посла в Румынии. Но ведь Поклевский бывший русский посол. Тогда через Диаманди. Но ведь он лицо сегодня приватное. Ну, попросить шведов, чтобы они были посредниками. Но в данном случае это не выход. Гибнут люди. Какие же тут переговоры? Милый Патрокл, будь справедлив. Ты же сам говорил, человеческая жизнь – ценность абсолютная. Все доводы прочь, когда речь идет о жизни человека. Аленушка, и ты против меня? Да нет. Ты теряешь объективность, Илья Репнин. Так что же мне, уклониться от встречи в Смольном? От ее исхода зависит судьба тысяч наших сограждан. Темен ли этот лес для тебя? Отвечай, брат. До приема дипломатов оставалось минут 15. Автомобили шли к Смольному стремительно, и флаги держались над радиаторами, как накрахмаленные. Замедли скорость, материя обвиснет и упадет. Опытный глаз Репнина отметил привычные цвета. Красно-бело-синий французский, звездно-полосатый американский, зеленый с глобусом, бразильский, красный, перепоясанный желтым кушаком, испанский. А потом автомобили проносились мимо, не автомобили, снаряды. Предстоял прием послов. Вопреки обыкновению, дверь в кабинет Ленина была открыта, и Владимир Ильич заметил Репнина, едва тот явился. Репнин взглянул на Владимира Ильича, взглянул пристально, конечно же, он волновался. Как обычно, Ленин одет тщательно, костюм отутюжен и хорошо сидит, вот только лацканы блестят да слегка источились края аккуратно заштопанных рукавов, но это можно заметить, лишь присмотревшись. На белом поле манжет края рукавов неровны, трудно восполнить истершуюся ткань. Видно, зашивали дома. Портной сделал бы искуснее. Эта подробность, в сущности, незначительная, точно открыла Репнину глаза. Он увидел всю жизнь этого человека, какой не видел ее прежде. И белые снега сибирской ссылки, и долгие дороги немилой чужбины. Я подумал, быть может, вам хотелось отказаться от участия в этой встрече, а я настоял. Впрочем, у вас хватило бы храбрости и отказаться. Да-да. Я слушаю вас, Владимир Ильич. Ага, очень хорошо. Вот отправьте, пожалуйста, в редакцию «Правды». Хорошо. Вот вопрос, Николай Алексеевич. Очевидно, мы сможем вернуть румынского посланника в его резиденцию на Захаровской лишь в одном случае. Русским должен быть открыт свободный путь в Россию. Я думаю, что надо подождать, как разовьется беседа, Владимир Ильич. Да-да, пожалуй. Еще вопрос. Кто будет говорить от имени дипломатов? Американец? Возможно, американец. Возможно. Хотя из тактических соображений он может передать эту роль Нулансу. Француз не применит ринуться в бой. Вот как. Ну что ж, пошли.
господин Дуаен. Очень приятно. Господин Ленин, я хотел бы представить вам дипломатов. Разрешите? Пожалуйте. Граф де Левиньяза, посол Испании. Маркиз Карлотти де Рипарбелло, посол Италии. Барон Сиэрра, Свингер, посланник Нидерландов. Барон Чино Матона, посол Японии. Очень, очень рад. Генерал Эдуард Бренстром, посланник Швеции. Жозеф Нуланс, посол Франции. Чрезвычайный случай дает мне повод познакомиться с главой рабоче-крестьянского правительства. В дипломатии важна цель, а не повод. Я прошу меня простить, но я подумал, как расценивать ваше рукопожатие, господа? Как акт признания советского правительства? Нет, господин Ленин, мы вынуждены нанести вам визит ввиду чрезвычайных обстоятельств. Мы, главы дипломатических посольств и миссий всех стран, аккредитованные в Петрограде, выражаем решительный протест против ареста нашего коллеги, румынского посланника Диаманди. Этим арестом нарушен сам принцип дипломатической неприкосновенности, признанный в течение веков. Но как можно говорить о нарушении дипломатических норм, когда речь идет об обстоятельствах, никакими трактатами и дипломатическими обрядностями не предусмотренными? Персона посланника священна и неприкосновенна. Дипломаты не могут входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден немедленно. Простите, если я не ошибаюсь, вы социалист. Социалист? В смысле радикал-социалист. Но для истинного социалиста жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата. Нет, мы не можем входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден безо всяких условий. Господин Дуаен, я бы хотел, чтобы теперь дипломатам стала известна телеграмма, полученная мною от русских войск, интернированных в Румынии. Пожалуйста. Прошу. Русские полки возвращаются на родину. Они идут степными дорогами день и ночь. Лошади устали, нет им отдыха, да и люди выбились из сил. Все запасы фуража, как и запасы хлеба, на учет. Фураж, что хлеб, жизнь. Так было вчера. Сегодня полки стоят в степи под дулами пушек Авереску. Да, но произвол имеет место и в Петрограде. Не далее, как вчера ночью, солдаты ворвались в винный погреб маркиза Карлотти де Рапарбелла и вынесли марочное вино. Вы подтвердите, коллега. Ну, хорошо. Пусть солдаты останутся в погребе маркиза и найдут там то, что ищут. Я еще раз хочу сказать. Персона посланника неприкосновенна. А, по-моему, жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата. Мы все-таки надеемся, что посланник Диаманди будет освобожден. Надо полагать, слово старейшины является словом всего дипломатического корпуса. Безусловно, мистер Ленин. Я хочу, чтобы господа дипломаты поняли. Для нас это средство протеста. Поймите, мы не можем признать право протестовать таким образом. Нет, нет, не можем. Средство протеста? Но мы все-таки надеемся, что Диаманди будет освобожден. Арест Диаманди отдалит столь желанный мир. Освобождение его подкрепит доверие цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству. Ну что ж, благодарим вас, господа. О ходе нашей встречи я доложу рабоче-крестьянскому правительству. Всего хорошего. Простите, генерал, а Швеция тоже протестует? А почему бы и нет? Нейтральная Швеция? Да, но речь идет всего лишь о солидарности. Так ли, генерал? О солидарности. Николай Алексеевич. Слушаю вас. Вас просит товарищ Ленин. Нос?
Ваше мнение, Николай Алексеевич? По-моему, произошло непоправимое. Я вас не понимаю. Почему вы пренебрегли главным доводом? Каким? Что Диаманди утратил прерогативы посланника и стал лицом частным. Видите ли, Николай Алексеевич, быть может, я не прав, но сказать дипломатам, что Диаманди частное лицо, значит дать понять им, что положение их в Петрограде своеобразно, ненадежно. В конце концов, чем положение любого из дипломатов отличается от положения того же Диаманди? А вы заметили, Владимир Ильич, что на некоторых из них были царские ордена? Да. И что бы это могло значить? В своем роде демонстрация. А случай с румыном – повод. Ах, вот как. Демонстрация протеста, следовательно, верности прежнему режиму. Так, значит, демонстрация, а случай с румыном – повод. Возможен ли такой вариант? Вы его не допускаете? Да нет, почему же допускаю, но не считаю главным. Простите? Да-да. Владимир Ильич, телефонограмма от мистера Фрэнсиса. Ага, ну-чка, давайте. Спасибо. Так. Посольство Соединенных Штатов имеет честь сообщить, что если Диаманди будет освобожден, то Соединенные Штаты будут рассматривать арест румынского посланника как средство протеста советского правительства против недопустимого образа действий румынской короны. Недопустимого! Каковос? А кто подписал? Посол или дуаен? Фрэнсис, чрезвычайный и полномочный посол. Дуаен. Ну что же, Николай Алексеевич, придется освобождать Диаманди. Соедините меня, пожалуйста, с Бонч Бруевичем. Владимир Дмитриевич, в котором часу у нас завтра совнарком? Вот включите, пожалуйста, еще один вопрос в повестку дня. Освобождение Диаманди. Да. Весна 18-го года, первая весна молодой России, казалось, уже была рядом, когда на пути встал хребет выше Высокого, Брест. В небольшом приграничном граде, превращенном немцами в штаб-квартиру своих войск на русской земле, четвертый месяц шли переговоры о мире. С надеждой и тревогой смотрела Россия на Брест, понимая, что ее грядущее, будь оно светлым или страдным, во многом зависит от исхода брестского единоборства. Вот слова и дела твоих смолян. На словах мир, а на деле? Как еще прикажешь понимать эту формулу? Ни войны, ни мира. В каком кладезе мудрости она добыта? В каких скрижалях разыскана? Сейчас вспомнил, когда увидел Ленина, подумал, Господи, прими молитву благодарственную. И умом могучий опытом зрел. Ленин-то зрел, а вот иные. Эки мастер на все руки этот Троцкий. Вон какое чудо сотворил. Ни войны, ни мира. Твое участие в смоленской встрече с дипломатами я готов понять. Шла речь о спасении русских людей. А зачем ты продолжаешь ходить туда теперь? Я не хожу. Не ходишь? Нет. Но если будет нужно пойти туда, я пойду. Хотим мы этого или не хотим, но там решается судьба России. Не хочешь ли ты сказать, что там в Смольном хотят совершить то, о чем мечтали? Ну, одним словом, эту знаменитую фразу о лучших сынах России? Именно это я и хочу сказать. Лучшие сыны, лучшие сыны. Нет, нет больше этих лучших сынов. Все они теперь либо в подвалах у Дзержинского,
либо за границей. Насколько мне известно, тебя в подвалах Дзержинского нет. Ты ушел во флигель. Извинись, брат. Прости, я погорячился. Но и ты извинись. Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Не зря эта часть Питера зовется Старой. Чичерин не сразу разыскал дом Рыпниных. Изо всех окон дома было освещено только одно. Горит настольная лампа, подумал Чичерин. Николай заканчивает очередной труд о таможенных законах. Георгий Васильевич услышал, как твердая рука повернула ключ, и в дверях возник человек. Он шагнул Чичерину навстречу и разверз руки. Георгий? Одно слово, сюрприз. Ну вот и свиделись. Елена, знакомься, это Георгий Васильевич Чичерин, я тебе о нем рассказывал, моя дочь Елена. Здравствуйте. Очень приятно. Елена, позови Илью. Хорошо. Белодед Петр Дорофеевич, наш добрый товарищ и коллега. Историю вашего знакомства я уже слышал, он рассказал мне ее в Стокгольме. Да? А я, признаться, не очень осведомлен. А, помнится, мы с вами встречались в тот вечер в Смольном. Но все было в пределах норм, не так ли? В пределах норм, вполне. Не правда ли? Прошу, прошу. Спасибо. Ты долго был в Стокгольме? По дороге из Англии в Стокгольм. Угу. Но достаточно, чтобы понять, что первое окошко маленькое, на запад прорублено. А вот Петр Дорофеевич получил в Стокгольме дипломатическое крещение. Да. Правда, кончилось оно весьма плачевно. Он чуть не поколотил немца. Дипломатия – это нечто такое, что дается не всем и не сразу. Вероятно, и такой способ переговоров возможен. Хотя я пытался внушить Петру Дорофеевичу, что применение танка в дипломатии весьма ограничено. Весьма ограничено. Да, весьма. Илья идет. Рад вас приветствовать в Репнинском доме, Георгий Васильевич. И я. Рад вас видеть. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Спасибо. А это мой коллега, Белодед Петр Дорофеевич. Илья Георгий только что из Стокгольма. Я слышал, что одно время переговоры с немцами собирались проводить именно в Стокгольме. Да, это было бы выгодно нам. Тогда почему их не перенести было туда? Стокгольм не устраивает немцев. Там им будет не так уютно, как в Бресте. В Брест-Литовске у нас задача будет трудной. Невыносимо трудной. Тем более, что нам нельзя не заключать договора. Даже столь позорного, как этот. Даже такого. Все говорят, мирный договор... Договоры надо подписывать так, как подписал последний монарх известный договор на финляндских шхерах. Был июль. На сине-голубом фоне моря все казалось торжественным и, простите меня, немного игрушечным. Император пригласил к себе морского министра и блаженно ласковым тоном сказал: «Мой министр, вам надо подписать вот эту бумагу, но только чур не читай ее. Ведь вы верите мне, мой министр?» И тот подписал, не читая. Вот так, так надо заключать договоры. Ну нет, я против исторических параллелей. Да, 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 к черту Вильгельма с Николаем. Что будет с Россией, господа? Я так понимаю, что Ленин полагает, с немцами надо идти на мировую? А ты не думаешь, что начинается баталия, самая крупная за это время?
и Брест-Литовский договор с немцами – это вопрос стратегии. Да, но у каждой стратегии есть цель. Какая цель здесь? Добровольно отдать немцам наши земли? Это значит заколотить двери и окна русского государства на Запад. То есть все то, что со времени Петра. Я не Кутузов, но я хочу понять идею, которая эту стратегию движет. Вот вы, Илья Алексеевич, сказали Кутузов. А ведь что такое Кутузов для тех, кто помнит историю? Кутузов... Это прежде всего разумная жертва. Я этого не понимаю. Может быть, другие поймут. У Кутузова была дилемма: положить армию или отдать Москву. Он отдал Москву и сберег армию. Выждал момент и погнал Наполеона. Конечно, исторические ассоциации трудно принять без оговорок. Вероятно, и здесь оговорка уместна. Но главное, верно, разумная жертва. Выходит, Ульянов стремится сберечь армию? По-моему, больше. Россию? Я так думаю. Надо заколотить окна. Заколотить их и законопатить. Придет время, все окна настежь. Что привело вас сегодня сюда, в этот дом? Желание повидать старых друзей или необходимость в Репнине? Хотите, отвечу? Нет, не Репнин, знаток правовых норм, привлек вас сюда, а Репнин – символ. Репнин – некое доказательство того, что не все дипломаты пренебрегли Смоленской революцией, не так ли? Я отвечу вам, Илья Алексеевич. Новая дипломатия обойдется без того, чтобы делать из вице-директора департамента Репнина символ. Нас интересует иное. Нас интересует интеллект Репнина. Если хотите, честный интеллект. Что же касается имени, то поверьте мне, новая Россия создаст новые имена. Если хотите, символы. К тому же Николай Алексеевич сказал «нет». Следовательно, он сегодня свободен от обязательств больше, чем когда-либо. Простите, я пойду. Кто там еще? Батюшки мои, господи, да никак он. Он сам, и такого другого нет. Эка натура у тебя совинная, все ты летаешь по ночам. Ну, днем углядеть не мудрено, вот вы попробуйте углядеть посреди ночи. Здравствуйте. Извините, Николай Алексеевич, что потревожил. Георгий Васильевич, это вам пакет от товарища Ленина. Сказано разыскать и вручить незамедлительно. Машина ждет. Я сию минуту. Иди ты, Христа ради, напугал-то. Брест. Ну, мне пора. Николай, я прошу тебя быть со мной в хлопотах и надеждах. Петр Дорофеевич, я вас жду у себя через час. Георгий, позволь, я провожу тебя. Сейчас Елена стояла перед Белодедом. Он взглянул на нее, взглянул пристально.
Лицо ее было очень хорошо, хотя и неправильно. Одновременно и наивно детское, и доброе. Хотелось даже назвать его красивым, хотя это было и не так. Быть может, для всего ее облика характерны брови, неубранные, почти сомкнувшиеся у переносия. В этих бровях Елены Белодеду виделись и характер, и страсть, и пренебрежение к мирским радостям. Бедный Патрокол. Почему бедный? Бедный. Илья Алексеевич? Да. А почему Патрокол? Патрокол? Верный друг Ахилла. Верный без страха и без упрека. Он не обманет и не изменит. Не изменит, а может, не изменится. Вот как-то Патрокол сказал, что до 50 человек смотрит вперед, а после начинает оглядываться и ищет в старом успокоение. И все прошлое представляется ему гораздо значительнее, приятнее и трогательней, чем теперь. Так же всегда у старых людей. Наверное. Патрокол бросает вызов силам, которые сильнее его. Вы говорите силы. Они, эти силы, идут на Патрокла. Вы взрослый человек, Лена Николаевна, должны понять. Столкновение этих сил с Патроклом неизбежное. Я бы сказал, столкновение трагическое для Патрокла. А я возьму факел и пойду впереди Патрокла. Станете его поводырем? Нет, буду его добрым гением. Я очень хочу спасти ему жизнь. А вы полагаете, что в состоянии спасти жизнь Патрокла? А почему бы нет? Я отважная. Я вижу, он вам друг, но вашей отваги может и не хватить. До свидания. До свидания. Господи, как трудно все. Завтра в 7 вечера я жду вас у Исаки. До свидания. Чичерин сказал Белодеду, что Ленин примет их не раньше 9. До 9 оставалось 40 минут, и Петр сел в трамвай. На повороте в трамвай вскочил юноша в гимназической форме. В руках у него была пачка газет. «Советы отклонили ультиматум германцев!» – закричал он. На новом повороте юноша вытянул руки навстречу открывшейся двери и ринулся в темноту. Белодед последовал за ним. «Германцы идут на Питер!» – подал голос юноша где-то справа. Белодед остановился. Казалось непонятным, что снег падает так спокойно, торжественно, и кротко светят огни Смольного. В комнате Чичерина, большой и пустынной, был обжит один угол. Стол стоял там. Белодед увидел стакан недопитого чаю на столе, складной нож Чичерина, кусок сахара на чистом листе бумаги. Было слышно, как в соседней комнате вертится ручка телефонного аппарата и слышится один и тот же женский голос. Марья, батенька, здесь нужна? Дай сюда, Смольный. Винты и хотя бы карболку с йодом. Да, батенька, карболку. Да? Владимир Ильич? Да-да, я вас слушаю. Так, понимаю. Понимаю. Хорошо, я у себя. Немцы приближаются к Пскову. А что в городе? Что в городе? В Питере неспокойно. Сегодня германская армия взят Двинск.
На очереди Ревель, Псков, Петербург. Так и напечатано, Петербург. Да. Что здесь? Трудно, трудно. Разрешение на снаряды? Только под войской. Я сказала, под войской. Это департамент Подвойского. Третьи сутки вот так. Снаряды, карболка, марля. И так с утра до вечера. Георгий Васильевич, что там? Только что закончилось заседание ЦК. Решено не заключать договора. Не заключать? Что, было голосование, а Владимир Ильич? Ленин остался в меньшинстве. Это окончательно? Петр Дорофеевич, история – это опыт. А опыт учит нас. Окончательным оно станет тогда, когда за него проголосует Ленин. Георгий Васильевич, я просил вас проштудировать германский проект договора. Я это делаю, Владимир Ильич. Здравствуйте, Петр Дорофеевич. Здравствуйте, Владимир Ильич. Вам сказали, что вы можете понадобиться? Да-да. Весьма возможно. Прошу быть здесь. Батенька. Не думаете ли вы, Георгий Васильевич, что дипломатия и жизнь никогда не стояли так близко? По-моему, это полезно. Дипломатия всегда была дальше от жизни, чем необходимо. На днях я вдруг подумал. Парижская коммуна прожила 72 дня. Мы уже почти 100. Мы сильнее парижской коммуны, но и силы, что противостоят нам, могучи неимоверно. Но вопрос стоит так же, как и у них. Жить нам или не жить? Мне говорят, Ленин хочет отдать территорию и выиграть время. Именно так. Отдать одно и выиграть другое. Не просто время, нет. Речь идет о судьбе революции. Но как повернутся события завтра? Завтра? То есть сегодня, сию минуту. Немцы идут на Питер, и ЦК встанет перед новой перспективой. Более трудной. Несомненно. Но решение о мире будет принято. Любое другое решение они будут принимать без меня. Решение о мире будет принято. И вот почему я вас вызвал, Петр Дорофеевич. Нам будет нужен гонец. Да, гонец, который проложит дорогу в огне и ненасти и доставит пакет. Наше согласие заключить мир на условиях Бреста. Очередное совещание ЦК начнется через несколько минут. Я прошу вас быть здесь. Хорошо. Петр Дорофеевич, Ленин так просто не уступит. Георгий Васильевич, возьмите пальто, здесь холодно. Спасибо. Петр Дорофеевич, угощайтесь чайком. Правда, остыл. Спасибо. Спасибо, вот, Георгий Васильевич. А вот и кусочек сахара есть. Спасибо. Скажите, Георгий Васильевич, а что Репнин? Давно живет один? Не ведаю. А что? Да я понимаю, конечно, что революция и холостячество вроде как побратимы. Но ведь побратимы это по неволе. Не ведаю, не ведаю. А вы знаете ли, даже дереву одному не устоять, особенно в бурю. Побратимы. А вы, пожалуй, правы насчет побратимов. Ведь человек отказывается от изначального. Ну, мы с вами неисправимые холостяки. Не знаю. Не знаю. А вот Репнин, Репнин, господи, да чего же все-таки хорош человек? У меня сегодня была беседа с посланником Голландии. Они нейтралы, хотят торговать. И как бы вы думали, что он мне предложил? Что? Он мне предложил закупить у них большую партию тюльпанов.
Я ему сказал, поймите, в России сейчас нет хлеба. Но придет время, когда потребуются и ваши чудесные тюльпаны в самом неограниченном количестве. Какой ветер! Георгий Васильевич, вас. Да? Я слушаю, Владимир Ильич. Так? Хорошо. Хорошо. Он здесь. Готов, как всегда. Хорошо. Ну что? Все решилось. Большинство пошло за Лениным. Петр Дорофеевич, сейчас принесут пакет. Письмо генералу Гофману. Доставить пакет – это значит остановить наступление немцев. И доставить как можно раньше. И чем раньше, ну, тут уж воистину потребуется дипломатия наподобие танка. Понимаю. Ваш департамент теперь на колесах. И айда в дорогу. Добрый путь, Петр Дорофеевич. Есть. Анастасия Сергеевна была в смятении. Она не знала, что она скажет Репнину, который хотел бы больше ясности в их отношениях, Жилю, своему мужу, настаивающему на выезде из Питера, канонику Руткевичу, бывшему своеобразным понятым Жиля. Анастасия Сергеевна еще пыталась разобраться в этом потоке мыслей и чувств, обступивших ее, когда явился мальчик из храма святой Екатерины и сказал, что настоятель просит ее к себе. Анастасия Сергеевна пошла. Сейчас полдень, и храм пуст. Со свету она сомкнула глаза, а когда раскрыла их, увидела перед собой Руткевича. Господи, как же я вас долго не видел. А хороши вы сегодня. Необыкновенно. И не перечься. Анастасия Сергеевна, родная, знаете, о чем хочу я с вами говорить? Вы догадываетесь? Мне трудно. Сядьте. Прошу вас, сядьте. Анастасия Сергеевна, выслушайте меня. Нет, нет. Бог здесь ни при чем. Я могу это подтвердить честным словом человека, если хотите, друга вашей семьи, духовника вашего. Анастасия Сергеевна, ведь вы же знаете, что мне известно больше, чем вам. Сердца мне открыты. Шарль, человек достойный. И верьте мне, преданный вам бесконечно. Заслужил ли он, чтоб с ним вот так поступить? Нет. Нет. Вся вина на мне. Вы влюблены. Ну что ж, любовь – благо. Тем более, что человек, которого вы любите, и умен, и хорош собой. И души необыкновенной. Вы влюблены? Это даже не то слово. Я люблю. Скажите, Анастасия Сергеевна, вас связывает с этим человеком многолетняя дружба? У вас одни взгляды на жизнь, на призвание жизни? Скажите, да? Да?
Я люблю этого человека. Значит, вас связывает с ним только любовь. Он благородный человек, и я люблю его. Вы говорите, он благородный человек. Но для того, чтобы сказать так в наше время, нужно знать человека годы. Вас связывает с ним только любовь. Да. И это немало. Ну что ж. Любовь – чувство святое. И я не подниму на него руку. Но любовь ли это? Вот вопрос. Ведь часто люди принимают за любовь нечто такое, что любовью не является. Порыв сердца, может быть, благородного. Увлечение, наконец. Увлечение, и все пошло кругом. Все сместилось, все опрокинулось. Кажется, что человек, которого ты встретил, послан тебе самим Богом. Ты не можешь прожить без него дня. Его ум, его сердце, все, из чего соткан его характер, тебе удивительно соответствует. Да что ум, сердце, по тебе создан весь он. Его кровь, плоть, тело его. Но есть одно испытание. Есть в природе один меч такой непобедимой стали, равного которого в природе нет ничего. Все рушится под ударом этого меча. Его не боится только любовь. Этот меч – время. Время. Проверь себя этим мечом. Устоишь против меча – значит, обрел благо. Убоялся меча – отступись. Не разрушай жизни человека. И свою побереги. Анастасия Сергеевна, были ли вы под ударом этого меча? Нет. Только добра желал всегда вам ваш духовник. Отступитесь. Отступитесь. Я люблю его. Истина, никогда Россия не знала такого. Столица в Москве, а дипломаты в Вологде. В Вологде, а следовательно на полпути от Москвы к Архангельску и Мурманску. Даже ближе к Архангельску и Мурманску, чем к Москве. Кажется, что вологодская позиция выбрана послами не без умысла. Все мятежи, сколько их было в 18-м, вызваны Вологдой. Урал, Средняя Волга, Ярославль. Победят мятежники, дипломаты готовы перебраться в Москву. Потерпят поражение, направят стопы в Архангельск и Мурманск. От северных русских портов до британских островов 6 дней пути. А может, не все мосты сожжены, и есть возможность склонить дипломатов переехать в Москву? Петр Дорофеевич, вот донесение из Вологды. Почитайте. Так. Читайте, читайте.
Послы стали генералами, а их вологодская квартира – штаб? Да, штаб белого восстания на юге и на востоке. Ах, каналии! Заговор послов. Такого термина дипломатическая практика еще не знала. В недавнем прошлом. Что вы имеете в виду? Как что? Диаманди? 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 Ну, неужели вы полагаете, что надо поступить, как в прошлый раз, с Диаманди? Эх, Георгий Васильевич, послать бы в Вологду отряд матросов, а после этого мы бы посмотрели на этот заговор послов. Петр Дорофеевич опять разрабатывает танковую дипломатию. Что, Вологда? Вот донесение, Владимир Ильич. Так, так. Ну, и что же предлагает дипломатия? Петр Дорофеевич полагает, что есть резон вспомнить Диаманди. Диаманди? Вот как. И что же? Ну, нет уж, пусть он сам. Яркие краски ему всегда даются. Что, Петр Дорофеевич, послать в Вологду матросов? У меня к матросам особое доверие, Владимир Ильич. Значит, в Вологду матросов. Огонь надо рубить огнем. Угу. Ну, а если кроме шуток? С Диаманди было иное? Здесь все сложнее. Репнин будет? Обещал быть к 11. Что говорит старое дипломатическое правило? Хлопнуть дверью всегда успеешь. Хотя иногда хлопнуть дверью не лишнее. Так, Петр Дорофеевич? Я думаю, Владимир Ильич, что не всякий раз надо 7 раз отмерить, прежде чем 1 отрезать. Верно, не всякий. Но ведь мы этим и не грешим, а? Не грешим. Разрешите? Ага. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Позвольте, а где же 3 минуты протокольные на опоздание? К своим не опаздывает. Ну, уж коли без опозданий, то и экспозицию по боку, Георгий Васильевич. Возьмем, как говорится, быка за рога. Я готов. Вот, Николай Алексеевич, ознакомься. Угу. Донесение из Вологды. Так. Николай Алексеевич. Да? Вы помните случай с Диаманди? Помните, мы обратились к аресту, когда против нас была обращена сила. Не полагаете ли вы, что сейчас такая же ситуация? Антанта идет на нас войной. В тот раз арест Диаманди нам помог. А как теперь? Может быть, повторить? Что? Взять под арест послов Антанты? Да. Интернировать, так сказать, и... Ни в коем случае, Владимир Ильич. А чем мы рискуем? Наших-то послов нет в странах Антанты. Прямой расчет. Нет. Нет, Владимир Ильич, нет и нет. Да почему, простите? Ну, тогда надо было бы, выражаясь языком военных, отбить атаку и вызволить своих. Ну, а разве теперь мы не отбиваем атаку, верно, Петр Дорофеевич? И не вызволяем? Ну, мне кажется, сейчас все многократ сложнее, и потом... Потом бы я не пренебрег переговорами. Ах, вот как. Не пренебречь переговорами. Ну что ж, по-моему, это мысль, а, Георгий Васильевич? Владимир Ильич, не думаете ли вы, что своеобразное представительство в Вологде должно быть и у комиссариата иностранных дел? Да, если говорить об интересах России, несомненно. Я за вологодскую миссию. Нотис. В Вологду выезжает представитель наркомата иностранных дел и встречается со всей группой дипломатов. Фрэнсис, Нуланс. А какова цель? Переезд дипломатов в Москву. А что это нам даст? Ну, мне кажется, Антанта зашла далеко, но не так далеко, чтобы сжечь мосты. Мне кажется, надо сохранить возможность влиять на Антанту. Кто поедет в Вологду, Георгий Васильевич? Очевидно, человек, с которым дипломаты согласятся говорить на эту тему. И который понимает, что есть для нас вологодская миссия. Верно. Безусловно. Так кого бы нам послать в Вологду, Петр Дорофеевич? Репнин был бы там очень хорош, Владимир Ильич. Ах, все-таки Репнин... Ну, а как Репнин? Молчит Репнин, не хочет ехать.
Кто поедет в Вологду, Георгий Васильевич? Положение чрезвычайное. Николай Алексеевич, тебе придется ехать в Вологду. Простите, это что же вроде западни, приготовил я себе я сам? Впредь будете с нами осторожнее. Ну, здесь необходимо доверие, Владимир Ильич, и превеликое, я его имею. Ну, а если имеете? Ну, что ж, решусь. Пожалуй, решусь. Хотели того Репнин и Анастасия Сергеевна или нет, но перемены, которыми было отмечено тревожное и счастливое бытие в России в этот вихревой год, соответствовали переменам в их собственной жизни. И подобно тому, как наперекор всем невзгодам складывался мир на новой земле России, должен же был сложиться и дом Николая Репнина, и его новая семья. Иди сюда, иди сюда. О, Господи, какой ливень, ты смотри. Не правда ли в этой лодке Москвы есть что-то уже от нашего века? По ту сторону Москва-реки век 19-й, по эту 20-й. Да, а пока суть до дела, собери чемоданы, мы с тобой уезжаем на месяц. Это тот самый месяц, которому требуются колеса, чтобы набрать скорость и на всех парах въехать в жизнь. Тот самый. И куда устремят нас колеса? В Вологду. В Вологду? Ведь это же хорошо. Это же север. Русский север. Деревянные дома и дороги. Церкви с сизыми куполами, и озера, как купола, и сизые, и синие. А куда мы вернемся из Вологды? Ты хочешь сказать, откуда мы поедем в Вологду? Угу. У нас есть дом. Твой дом? Нет, наш дом. Погоди, погоди, но ведь это, наверное, не в нашей власти. Не может же быть так, чтобы все зависело только от тебя и меня. Сколько помню себя, всегда был Жиль, Бекас, Руткевич, был круг друзей Шарля, тогда все было в их власти. А теперь в моей? Только. А Илья? А Елена? Что скажут они? Они ждут тебя. Пойдем. Пойдем. Пойдем, а то им волнуются, потому что у нас так долго нет. Где же они? Что же не идут? Верно, задержались где. А ты что, Егорна, не весела нынче? Невестка-то, небось, ласковая. Поначалу у всех невесток рука бархатная. Как-то будет потом. Я ему за место матери родной, а совета не спросил. Ну, а если бы спросил, как бы ты... Дала согласие? Нет, не дала бы. Это же почему? Пусть живет один, да нежит птенца своего. Вот я живу одна. Эка недобрая старая. Небось, о Елене тревожишься? О ней. Кто она, Алене-то? Мачеха. Как-то сойдутся они с Аленой. Как поделит место под репнинской крышей? Да и не мала ли будет эта крыша? Вон как старая грозна. А пирог-то все-таки справила.
Новое дело всегда надо начинать с пирога. Остальное Господь даст приложиться. В иное время поставила бы ты, Егорна, здесь многоярусный пирог с заварным кремом и абрикосами с румяной мягкой корочкой. Но что же можно сделать из этой серой муки 18-го года? Вчера полфунта дали, а сегодня восьмушку. Вот, извлек из старого сундука бутылку черногорского. Если сегодня не разопьем, когда же разопьем? Пока пролетка катила по московским булыжникам и торцам от Николаевского вокзала к Остоженке, Анастасия Сергеевна не проронила ни слова. Казалось, если и ей суждено совершить грех в самом первородном и тяжком виде, она это сделает только теперь, когда переступит порог Репнинского дома, ее нового дома. Где-то здесь ляжет резкая черта, отделяющая ее прежнюю жизнь от будущей. И все-таки, когда Репнин полушутя полусерьезно подал ей руку, и они поднялись на крыльцо старого репнинского жилища, она просияла. Это же счастье, войти вот так с любимым в его и твой дом. Это они. Проходите, знакомьтесь, пожалуйста, будьте как дома. Милости просим, милости просим. Пожалуйста. Здорово. Вам будет хорошо у нас. Я верю, Алёнушка. Да нет, правда, хорошо. Я тебя не отпущу отсюда, слышишь? Даже если будешь просить. Даже если придет час, а вместе с ним и человек, может быть, даже хороший человек, все равно не отпущу. Веди его сюда, слышишь? Слыхала, старая. Я вас очень давно ждала. Это еще что такое? Боже милостивый! Вон какой стоит стон в доме. Уж не из жалости ли ко мне? А по мне всплакнуть в такую минуту не грех, да? По-моему, пришел час. В этом доме есть знаменитая репнинская светелка. Все репнины родились там. И Никола, и Лёнушка, и ваш покорный слуга. Не комната, а триумфальная арка. Торжественные репнинские врата. Вот ведь как хорошо вы все рассказали. Будь на то моя воля, я бы родилась еще раз. И не в Питере, за Невой. Я знаю, вы питерская, а вот здесь, на старомосковской Остоженке, в светелке репнины. Здесь. Теперь не грех подумать и о свадебной поездке, а? А у нас уж и билеты заказаны. О, это куда же? На швейцарские снега или на песок французской? В Локарно там или в Ниццу? В Вологду. Вологду? Погодите. Вологду? Ты что, брат? Вологду собрался? Ты не ошибся, брат. Туда. Но ведь там же питерские дипломаты. Это совпадение? Нет. Тогда объясни. Или бедные русские теперь не в Румынии, а в Вологде ждут твоей помощи. По праву брата, прошу тебя, объясни. Понимаешь, Илья, у меня дело к дипломатам. Дело? По линии Чичеринского ведомства? Да. Брат, ты доверился стихии, а она, дитя, несмышленая. Да и хотел ли ты пойти так далеко,
как пошел? Хотел, Илья. Дал слово? Дал. Готов держать? Готов. Мы не смогли понять друг друга, брат. Прощай. Прощай. Николай, я хочу, чтобы ты знал, я с тобой, рядом, в радости и в горе, в жизни рядом, понимаешь? Рыбнины приехали в Золотой якорь много позже того, как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что имеет право на такую вольность. Психологически опоздание иногда ставит тебя в более выгодное положение перед тем, кто пришел вовремя. Вот она, моя купель огневая. Добрый вечер. Добрый вечер. А вот это душа моя. Самый прилежный прихожанин храма святой Екатерины. Посол Фрэнсис. Да. Добрый вечер, господин посол. Добрый вечер, господин Репин. Разреши тебе представить посла и дуаенно-дипломатического корпуса господина Дэвида Фрэнсиса. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин посол один в Вологде? Нет, почему же, с женой? Я вас сейчас же познакомлю, мадам. Благодарю. Репнина Анастасия. Очень приятно. Прошу вас. Благодарю вас. Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяснить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь, и не намерены ли они переехать в столицу? Именно это меня интересует. Я не хочу вас огорчать, но хотите знать мое мнение? Разумеется. Это зависит не от нас, и даже не от наших правительств. Тогда от кого же, господин посол? От правительства, которое вы имеете честь представлять, от советов. Понимаю. Брест. Откровенно говоря, я не верю, что ваше правительство сейчас откажется от договора с немцами. Тогда в чем же дело, господин посол? В проявлении простой лояльности, господин Репнин. То есть? Элементарно я осведомлен. Из кого состоит нынешнее русское правительство? Вы меня простите, но оно только по официальному титулу рабоче-крестьянское, а по сути, кто такие господа Чичерин, Калантай? Кто они такие? Разуверившиеся, вот именно, разуверившиеся в способности своего класса творить историю. Но Всевышний ведет строгий учет их заслуг и великодушно воздаст им за это, я не о том. Тогда о чем же, господин посол? Все они интеллигентные люди. Более того, все они половину жизни прожили на Западе. Неужели они не понимают, что нормой современной жизни, нормой прогресса является терпимость к мнению другого человека, если хотите, парламентаризм? От царя к учредительному собранию – это шаг вперед, и немалый. От царя к диктатуре советов? Вперед ли? Постойте, постойте. Разве учредительное собрание дало народу
Земли, фабрики, железные дороги? Ну, допустим, что нет. Тогда почему от царя к учредительному собранию шаг вперед? Да, но учредительное собрание даровало бы личные свободы. Ах, значит, у одних свободы, у других заводы. Господин посол, Россия не отступится от того, что она обрела. Это что, одна из тайн русской души? Не столько тайна, сколько явь. Я сейчас видел человека, которого считают знатоком русской души. Каноник Руткевич. Да, я его имею в виду. Прошу вас, господин посол. Благодарю вас. Ваше здоровье. Преподобный отец Иосиф, господин Репнин, вы знакомы? Да, нас представляли однажды. Отец Иосиф, я не скажу ничего нового, если замечу, что я верю в ваше знание России. Благодарю вас. Вы не дипломат, над вами нет железной длани президента. Но надо мной длань Божья. Рука Бога милует президента не только. Я только что сказал господину Репнину, что признание возможно лишь в обмен на признание учредительного собрания. Как ваше мнение? Нет, советы не признают учредительное собрание. И настаивать на этом было бы легкомысленно. Но компромисс, благословенный компромисс, есть на свете? Есть, господин посол. Так вот вы и откройте его господину Репнину, а я заранее присоединяюсь к вашему мнению. Честь имею. Николай Васильевич, я не имел чести вас знать, но Илью Алексеевича я знавал. Я никогда не забуду его стычки с царским министром Сазоновым на традиционном июльском приеме у французов, где он с такой прямотой сказал: «Мой министр и даже мой премьер-министр – это моя совесть. Я всегда был очень высокого мнения о вашей семье, но с этих пор Репнины стали для меня синонимом совести. И когда я узнал о вашей встрече с Ульяновым, я тогда подумал: вот человек, который может сказать большевикам правду. Нет-нет, все эти опыты по оживлению учредительного собрания – все это чистейшие воды прожектерства. Но если советы хотят иметь общий язык с Западом, если они заинтересованы в этом, нужно бросить Западу кость. Нет, нет, я не ищу слов. Именно бросить кость. Нужно, чтобы Западу что-то напоминало бы Запад. Ну, партия оппозиции, парламентаризм. Нужно учредительное собрание. Но вам не устоять перед решимостью и сплоченностью Запада. Запад сплочен. Сплочен? А мы сейчас проверим. Вот идет мой добрый знакомый, посланник шведского короля. Рад вас видеть, генерал. Взаимно, господин Репнин. Генерал, да. Вы помните нашу встречу в Смольном? В Смольном? Да был ли я там, генерал? Ах, это когда
Мы отстаивали винный погреб итальянского посланника. Как же? Помню. Был. Вы мне тогда еще подпустили такую фразу насчет шведского нейтралитета. У вас отличная память, генерал. За то, чтобы генералы были генералами, а дипломаты дипломатами. Здесь уже третий день ходят слухи о том, что Чичерин дал согласие на ввод германских войск в Питер. А о том, что две немецкие дивизии двигаются на Москву, ничего не говорят? Двойной удар со стороны Киева и Минска. А ваши военные это сообщение подтверждают? Нет, разумеется. Зато его подтверждает пресса нейтралов. Это тот самый случай, генерал, когда нейтралитет и самостоятельность не одно и то же. Простите, как прикажете понимать эти ваши слова? Генерал, какая вам необходимость так безоговорочно и, простите меня, так слепо следовать за великими державами? Значит, вы считаете, никакой необходимости? Ну, будем откровенны, генерал. Великие державы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала войну с Германией. Вас ведь интересует другое. Способна ли Россия покупать шведские генераторы, и нет ли у нее тайных намерений против шведской короны? И в связи с этим... Швеция должна первой признать правительство Ленина. Нет, признание придет в свое время, я счел бы неудобным для себя разговор на эту тему. Я о другом. Генерал, вы не находите, что мы без посредников лучше понимаем и поймем друг друга? Без посредников. Простая истина, а ясна, как голос Бога. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Генерал, буду рад вас видеть у себя, ясно, вы согласитесь. Я тоже буду рад. Генерал. Генерал, надо немедленно вернуть господина Репнина. Его надо заставить, вынудить принять наше предложение. Ну идите же, генерал, вы можете делать что-нибудь быстро. Я быстро утомляюсь. Где-то неподалеку от храма Христа Спасителя Белодед купил у старика в куртке железнодорожника букет цветов, ярко-красных, и пошел на остоженку. Еще издали он заметил, окна распахнуты. Он подошел к крайнему справа и приподнялся на цыпочки. За окном было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки со своим первым букетом, бросить цветы в окно и убежать. «Заходите», — сказала Елена, — «я одна». Он вошел, отводя за спину руку, в которой были цветы. «Петр Дорофеевич! Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Вот. Вы и эти гвоздики. Да. Невероятно. Ну почему же? Спасибо. Пожалуйста. А вы никогда не клялись на цветах? В детстве? Нет. Ну, не важно, что зачин клятвы считалочка – это заповедь верности вечной. Поднимите руки над цветами. Да нет, не так. Вот. Солнце и речка, небо и вечность. Ты белый платок, и ты красный цветок. Сколько б не было бед, вот мой свет, вот мой свет. Сколько бы не было мук, вот мой друг. Люблю гвоздики красные. Есть в них что-то от зари. Ой, это слишком красиво, гвоздики, заря. Да нет, я не о той заре, что красиво, а той, что чиста. Я хочу сказать,
что сколько бы человек ни жил, он всегда должен оглядываться на зарю. Быть таким же чистым, как в начале пути. И счастливым, и храбрым, и верным. А вы о чем-то задумались? Нет, нет, что вы? Да нет, я вижу, задумались. Вот вы сказали, быть таким же чистым, как в начале пути. А мне хочется сказать, быть таким же чистым, как и в революции. Сколько будешь жить, не уставая оглядываться на нее, солнце светит оттуда. Пусть день сегодняшний и день завтрашний чистятся под этим солнцем. День завтрашний, это о ком? О тех, кто будет жить после нас? После нас. Только пусть не дают скверни облепить себя. А у них, небось, и скверны не будет. Она уйдет вместе с голодом. Вся уйдет. Вся, может, и не уйдет. Человека переделать, ой, как трудно. Гораздо труднее, чем нам сейчас кажется. Многое мы преодолеем, многое. А вот скверну лжи, равнодушие, если хотите, зависть, угодничество, корысти, нет. Эту мерзость так сразу не отмоешь. А в какую воду окунуть, чтобы отмыть? В какую? В ту, что называется революцией. Мойся, не неси заразу в день завтрашний. Ну, поживем, увидим. А пока мой бог – совесть. А по мне, революция есть совесть, только ставшая силой. И что может сделать одна ваша совесть, если она хочет добра для других? Она не будет одна. Елена Николаевна, скажите, что такое женский характер? Женский характер? А женщина в большом и в малом всегда неожиданна. А как это понимать? Елена Николаевна, едемте на Воробьёвы горы. Едем. Елена разыскала Петра под утро. «Приезжайте, очень прошу. Ничего не спрашивайте, только скорее. Нет зловещего звука, чем глухой щелчок падающей телефонной трубки, означающий окончание разговора». Петр был во власти нелегких дум. Что стряслось в старом Рыпнинском доме? Если Илья... то что тому причиной? Размолвка с братом? Злое одиночество или, быть может, Брест? Погоди, истинно Брест. Вчера Москва сбросила брестские кандалы и разом разметала иллюзии таких, как Илья. Петру открыла Елена. Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его из комнаты в комнату. Пахло йодом и сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой, зловещим дыханием беды. Коротким движением Елена оттолкнула от себя дверь Ильи, именно оттолкнула. Старший Рыпнин лежал на софе, опрокинувшись. Крупные осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки, усыпали пол. «Германия?» – спросил Петр. «Брест?» «Все сразу», – произнесла она. Двумя днями позже Рыпнин был у Ленина. «Бывает, что от брата к брату, как от земли до неба, а у нас так спаялось, что, казалось, дыхание было одним».
А потом дошло до отметины на часах и кинуло. Кинуло так. Воистину, от земли до неба. Илья как-то сказал, Репнины не отступались. Да, Репнины не отступались. Да, прошел год. Всего один год. От осени до осени по кругу. И все, что вошло в пределы этого кольца, отмечено борьбой. Не на жизнь, а на смерть. Наверное, немалое мужество надо иметь, чтобы пройти по этому пути. Храбрость жизни. Придет время, и мир явится к нам с признанием. Все, сколько их ни было в Санкт-Петербурге, а может быть и многократ больше, и Дэвид Фрэнсис, посол американского президента, скажет, признаю, и Жозеф Нуланс, посланник прекрасной Франции, и господа, представляющие королей норвежского, шведского, датского, скажут, признаю. Это будет не так скоро, Николай Алексеевич. И сама эта мысль может сегодня показаться дерзкой. Но пусть нам позволено будет поверить в это.